Доброе утро! Меня зовут Роман Белов, и я юрист. Помните, если ваши права нарушены, их можно защитить. Я плачу ипотеку уже третий год. Налоговым вычетом при покупке недвижимости я уже воспользовался. Могу ли я получить налоговый вычет за проценты по ипотеке? Претендовать на налоговый вычет вправе граждане Российской Федерации, иностранные граждане, на законных основаниях осуществляющие трудовую деятельность в нашей стране и уплачивающие налог на доходы физических лиц. Предоставляется такой вид вычета только раз в жизни в размере 13%, но от суммы, не превышающей 2 миллионов рублей. Это значит, что при цене купленного жилого помещения, превышающей 2 миллиона рублей, 13% в любом случае будут начислены только на эти 2 миллиона рублей. Это означает, что максимальный размер имущественного вычета не превысит 260 тысяч рублей. Право на предоставление вычета по процентам на ипотеку появляется у заемщика только раз в жизни, причем только в отношении единственного жилого объекта. Если у вас возникли вопросы, вы можете их задать по телефону или в социальных сетях. Доброго вам дня!